заслуженные ветераны боевых действий, действующие офицеры и совсем юные кадеты. Все поколения возлагают цветы к вечному огню и отдают честь воинам, павшим в сражении за Москву 78 лет назад. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск в битве под столицей. Это имело не только огромное военное, но и международное значение. Впервые нацистские солдаты были побеждены на полях Второй мировой войны. В 1944 году была учреждена медаль за оборону Москвы, которой награждено более миллиона защитников города. В боях за столицу приняли участие воины всех регионов и республик бывшего Советского Союза. В Самарской области проживают 13 непосредственных участников битвы за Москву. Сегодня волонтеры поздравят каждого из них. Торжественные уроки мужества, посвященные битве за столицу, прошли традиционно и в 116-й Самарской школе. Образовательное учреждение носит имя героя Советского Союза Ивана Панфилова, который руководил военной операцией под Москвой. Ветераны Великой Отечественной войны рассказывали ученикам о трудностях и лишениях того времени, читали письма с фронта и делились своими воспоминаниями. Жизнь была нелегкая, очень тяжелая и для стариков, и для молодежи, и для малышей в том числе. Вот, потому что все было нужно для фронта, все для победы. А завершился торжественный вечер концертом. Школьники исполнили свои творческие номера, посвященные Великой Отечественной войне. Андрей Горгуленко, Елена Нижегородцева, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События.